Так, друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем Roblox, карта Save Christmas Obby. Короче, в преддверии Нового года будем проходить Obby с Рождеством. Ну что, побежали? Конечно, побежали, уже Новый год, охота. Здорово, братюня. Побежали дальше, хлобысь. Пустите меня в дом. Пустите в дом. Что написано-то? Санта там работает. Монетку взять. А, все, понятно, ёлы-палы, вон куда надо было идти. Это Клаусу. А мы в дом его ломимся сразу. Все понятно, вот сюда. Затупили, как обычно, короче, в начале. Че? Ой, тихо, аккуратно. Короче, прыгаем по льдинам, по этим, да? Ого, братюня развалился, я след за ним. Ну давай грузить уже. Уа-а-а! Капец, что с самого начала. Ну ладно. Так, сейчас все будет. Главное терпение. Стой, тюрки вверх, Дед Мороз. Ладно, я пошутил. Так, все, сейчас камеру так вот поближе. Опа-на. Опа-на. Сейчас все перепрыгнем. Кто-то опять что ли рассыпался? Нормуль, ничего сложного. Главное только внимательно. Все, чекпоинт взяли. Так, сюда. Сюда. Бордюры тоже ничего сложного. Что такое, типа снег что ли или вата какая-то? То ли снег, то ли вата. Это что такое, а? О, опять у нас какие-то льдины здесь, а? Ой-то, это было близко. Но мы это сделали. Вот-то, нормуль. Все, перепрыгнули. Девчуля, давай пробегай. По бордюрчику, аккуратно. Новый год. 2018 уже, на носу прям. Нам нужно бегом-бегом все успеть. Давай, моя хорошая, пробегай. Давай, я тебе помогу. Не, что-то ты долго, можно я тебе оставлю? О, это что такое валяется у нас? Что-то взяли движку какую-то. Движок. Дед Мороз, здорово. Вот еще один движок. Как его взять-то? Не берется, что ли? О, это что у нас? Конструктор, что ли? Лего. Ладно, лего так лего. Кстати, напишите в комментариях, что бы вы хотели Дедушки Мороза получить на Новый год. Под елку. Только это, чтобы это влезло. Ва! Я бы хотел, чтобы мне не разваливалась голова. То больно так, наверное. Так, я ничего не понял. А где чекпоинты-то? Чё заново? Где чекпоинты? Чё чекпоинты-то не работают? Или я не взял чекпоинт? Чё за дела? Чё за дела, говорю? Не хочу всё заново проходить. Пробегаем. Где чекпоинт? Ничего не вижу здесь чекпоинта. Угу, вот он. Ну все, взялся. Надеюсь, что да. Ну сейчас посмотрим, откуда начнем. А, начнем и все нормально. Ну что, побежали? Так, здесь все просто. Так, чекпоинт взяли 10 раз. Раз, два, три, раз, два, три. Все, все взял. Теперь опять тоже взял, надеюсь. По правой пойдем. Че, по центральной что ли прыгать? Что тут делать-то надо? Ну-ка, по центральной пошли. Понятно, он девочка испытатель нам помогла. Слишком поторопился. Нормальная голова. Так, запрыгиваем. Тихо, только не бежать. Все. Ва! Наступил все-таки. А, это у нас паровоз, кстати. Мы по паровозу бежим, что ли? Паровоз. Чух-чух-чух. Так. Паровоз. Тихо, паровоз. О, все, труба. Нам труба.
Нет, нам не труба, нормули, какули. Все, пробежали. Так, что у нас, спиннеры тут? Все. Нормуль. О, это что такое? Это игрушки, что ли, перевернутые? Ха-ха. Мишки. Дракон. Это что? Какой-то розовый единорог. Фиолетовый. Мишки, драконы опять. Кто-то назагадывал, наверное. Все. Мешок с игрушками. Тойбак. Опять движка какая-то лежит. И это все взял. Все мое. Все мое. Ну дайте что-нибудь сожрать-то, а. Ладно, пошли дальше. Чё Дед Мороз все руки поднимает? Лапки кверху. По бревнышкам побежали. Раз бревно. Опа, натики. Два бревно. Опа, натики. Три бревно. Все, пробежали. Лобыська. Тут прыжок. Тут прыжок. Опять какая-то сахарная вата. Или что это такое? Муть какая-то, да? Навалили какого-то тут песочка сахарного. Какая-то кокулька размазанная. Ладно, дальше бежим. Так, чекпоинт взялся? Точно взялся? Смотри мне. Какие-то шоколадные палочки. И сюда наверх. Тихо, 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 тихо. Снегом завалило. Снег, башка попадет, совсем будешь мертвый. Так, вид сбоку. Оп. Так. Ждем, 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 ждем. И пробегаем. Е, две сразу пробежали. О, смотри, там северные олени. Эй, олень. Погоди меня. Сейчас я на тебе поеду. Опа-на, нормуль. Ой, фига, он прикольный какой. Северный олень. Можно на него запрыгнуть, а? Ой, я его взял. Прикольно, его даже взять можно было. Так, а где чекпоинт опять у нас? Ладно, сейчас сюда зайдем, наверное, будет чекпоинт. Так, опять призы хватаем, которые не хватают сюда. Стоит руки вверх. Ладно, я пошутил. Опять. Так, а это мы где? А, печеньки Агрейера. Няма-няма. Вкусняга, кстати. Все, чекпоинт взяли. Надеюсь, взяли. Я вроде по нему потоптался, потоптался. А он тогда и не взялся. Сладости. Леденцы. Опа-на. Все, нормули. О, шоколадки. Ха-ха. Шоколад я люблю. Ну что, перепрыгиваем. Где там уже? Когда у нас конец-то будет? Полосы препятствий этой. Все, нормуль. Так, ну что, шоколадка. Хрум-хрум раз. Хрум-хрум два. Кстати, красивая шоколадка. Это без названия только. Аленка, наверное, какая-нибудь. Или Пингольд. Все, нормуль. Это что такое? Кэндибэг. Понятно. Тоже с конфетами. Что, прошли, что ли? Ага, рояль, прикольно. Блин, а как эту штуку взять? Я могу на ней полетать. Хочу полетать. Дельтаплан, Роблокс. Вау, Дедушка Мороз. Здорово, как дела? Когда Новый год-то уже будет, а? Давай быстрее, хочу Новый год. Хочу елку. Можно я полежу? Так, надо тебе починить твой двигатель. Двигатель-то сломался, и он, голова у меня сломалась. Надо движку там вот эти взять. Так, а как ее взять-то оттуда, а? Надо с той стороны попробовать. Эть. Присесть-то нельзя никак здесь. Блин, а я не знаю, как туда пробраться. Эй! Головёшка, как туда пробраться? Может быть, на чём-то другом, на дельтаплане можно. Или на рояле. О, сел поиграть. Пианист, роялист. Ха, прикольно. Так, а давайте что-нибудь возьмём, чтобы полетать нам. Ю-ху! Вот такие штуки мне нравится делать. Спирали.
и теперь вниз. Вау, о какая кренделябра получилась. Ха-ха, прикольная штука. Санта Воркшоп. Давайте еще чего-нибудь возьмем. О, эти какие-то стрёмные. Золотая, это что, Shadow? Shadow. Прикольно. Вот зато мы теперь на олень не сможем. Опа-на. О, я на самом первом буду. Вот так вот. Прикольно. Ой, я и нагородил там всякой штуки, а. Что-то короткое какое-то обе, да, мне показалось было. Это все, что ли? Это все. Что-то мы его быстро пробежали. Пару раз только затупили, да? Спасибо, ты спас Рождество, говорят. Да на здоровье. Ну что, ребята, всех с наступающим Новым годом, чтобы все у вас было офигенски замечательно. Спасибо за просмотр, с вами был Капанда. Пока-пока.